4 мая 1113 года Великокняжеский Киевский престол занимает 60-летний Владимир II Мономах. После смерти киевского князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнуло народное восстание, и киевское боярство призвало на княжение Владимира Мономаха. Восстание стихло, князь вынужден был законодательным путем несколько смягчить положение низов. Так возник устав Владимира Мономаха, направленный против ростовщичества, ограничивающий судные проценты. В правление Владимира в последний раз произошло объединение и усиление киевского княжества. Он вел очень удачную борьбу с половцами и даже участвовал в династических войнах в Византии, поддерживая одного из претендентов на престол псевдо-Диогена. От сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого берет начало династия будущих московских князей. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.